Майор привез мальчишку на буфете. Погибла мать, сын не простился с ней. За 10 лет на том и этом свете ему зачтутся эти 10 дней. Его везли из крепости, из Бреста, был из Тарамп поле Милофет. Отцу казалось, что надежнее места отныне в мире для ребенка нет. Отец был ранен и разбита пушка, привязанный к щиту, чтоб не упал. Крути, прижав заснувшую игрушку, седой мальчишка на буфете спал. Мы шли ему навстречу из России. Проснувшись, он махал войскам рукой. Ты говоришь, что есть еще другие, что я там был, и мне пора домой? Ты это горе знаешь понаслышке. А нам оно оборвало сердца. Кто раз увидел этого мальчишку, домой прийти не сможет до конца.